А вот прокуратура в том же Запорожье задержала подполковника полиции. Говорят, его подозревают в причастности к похищению и убийству мужчины. Произошло это еще в декабре 2015-го. По информации следствия, правоохранитель вместе с подельниками похитил из больницы мужчину. В машине его задушили, а тело вывезли в лесопосадку. Во время обыска в квартире нашли оружие и боеприпасы.